Средняя школа номер 56, основанная братьями Нобелей, Бакинский фонд наследия Нобелей провели турнир по брейрингу. Ежегодно в учебном заведении проходят мероприятия, посвященные наследию Нобеля. Школа уже становилась победителем конкурса 50 лучших общеобразовательных школ в 2009-2010 учебном году. В настоящий момент количество преподавателей составляет 73 человека. В школе учатся 1200 детей. Студенты активно участвуют в олимпиадах и спортивных соревнованиях. После промышленного переворота на нефтяных месторождениях в Баку в 70-х годах прошлого века более десятка иностранных фирм обратили внимание на богатый нефтью регион. Первую иностранную компанию в Баку основали братья Нобель. Они не пожалели средств на совершенствование технологии добычи нефти, ее дистилляцию и транспортировку, а также на улучшение расчетов для рабочих и служащих компании. Более того, братья приняли решение построить городки, где жили рабочие. Это были жилые поселки со школами и больницами. И сегодня тысячи нефтяников живут в рабочих городках, построенных братьями Нобель. Мы сегодня вместе с Бакинским фондом наследия Нобелей провели турнир по брейн-рингу. В нашем учебном заведении проходит цикл мероприятий, посвященный наследию Нобелей. Братья Нобель в 1884 году построили здание нашей школы. Это было подтверждено рядом фактов. Вначале школа была предусмотрена для детей нефтяников. Затем в 1904 году было возведено второе здание, вновь со стороны братьев Нобелей. Несмотря на то, что здания с тех пор подвергались изменениям, наша школа остается приверженной своим ценностям и традициям. В настоящее время здесь обучаются 1200 учеников и работают 73 преподавателя. Мы помогли школе найти документы, подтверждающие основание школы братьями Нобель. В результате в следующем году будет отмечаться 140-летие как Нобелевского фонда, так и школы. Мы пригласили иностранных послов на наше мероприятие и провели для них открытый урок на английском языке. Кроме того, мы рассказали им о том, как общенациональный лидер впервые посетил эту школу. Мы показали им, что в настоящее время президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику нашего общенационального лидера. Сегодня эта школа отвечает стандартам современного мира.